что-то сделать и пойти купить курить. Точно. Блин. А ты табак куришь? А я все курю. Махорку. Ты тоже куришь? С него начал. Это в детстве. Так, на индикант оставьте КСМ. Зора оставит. На горку кто-нибудь поедет или мне поехать? Да нахрен. Пусть она горит адским пламенем. Ну, я-то поеду. На адскую горку. Скажите, когда сливаться начинать, ладно? Сливаемся. Прям сразу. Начали. Да, мы, кстати, начали, если что, можем сливаться. Сливаться в экстазе. Так, а что-то как-то у нас на эхо очень мало народу. У нас рандомы, поэтому так, они, наверное, не ставят. Так, скажите, куда можно смерчить? Куда можно сливаться? Какой смерчить? Ты покупай юниты, у нас сейчас денег не будет ни на что. Да я в 2 марта только покупаю. Покажите точку, куда смерчить. Срочно. Мы не из таких, мы не знаем таких точек. А, прямо сюда смерчить, да? Конечно. Так, ну я так понимаю, справа вы там справитесь? Налево ставьте фобы, если вам они нужны. А то там 4 фобы на всю армию. Так, я пошел ВКонтакте к смс писать. Давай. Поздравлять маму соседа. Угу, твою мамку. А как он тебя потроллил, а? Хорош, хорош. Ну я тоже поздравил. Молодец. Что ты знаешь в этом? Ну, я смотрю ролики там, где про мамки говорят. Пару лет враги недаром не прошли. Хм. Кажется, Пок что-то начал понимать. Как говорил товарищ Ленин, или кто там говорил, что я русский бы выучил бы только за то, что на нем разговаривала твоя мамка. Пок, I love you. Поднимаю статую, это кто у нас? Это атмосфера. Понятно. Что не так-то? Кто еще такой может? Просто. О, справа. Все нормально, все под контролем. Мы все умрем. Так, аккуратнее, кто на центре едет, вам хана. Нафиг, 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 нафиг. Видели, как я весь вектораж отбил? Ой, там лежаны. Сука. И лежан это удар ниже пояса. Вот сюда бы сейчас что-нибудь скинуть, а? Какой-нибудь B5. Давай, вперед. Нет у меня B5. Ну а что ж ты нас это? А скинуть-то можно было-то, да? У меня даже две дзефы осталось живо. Что-то у нас на гольфе вообще какая-то беда. А где гольф? Гольф по центру. Ну туда еще нам просто не доехали. Сераф, давай ставь срочно. Кшем перебегает, ее там запалили, скорее всего. Нет, двух отрядов. Ах, блин! Курю, двух отрядов пехоты не хватает. А ей их не отправил ЦСПА. Ну-ка так. Так вот и играем. О, Зора, красавчик. Ас и заехал. Там, кстати, трое справа. А, нет, двое пока, трое, обманываем. Ивалилотар,
Парни, у нас что там на гольфе жесть, да? Пух. Угу. Да, я туда не поеду. Ты туда. Ты там говори, если там жопу. Да. А что, поможет, да? Ну, я хотя бы знать буду, что меня сбоку могут обойти. РСЗ у нас. Ну зато справа у нас все прекрасно. То есть справа, если кто там воюет, может теперь. Да и слева на самом деле все хорошо, то есть тут центр уже. Да, блин, центр так-то да, в жопе. Я справа просто на 600 поинтов настрелял. Сейчас он зора включился кое-то, так что поэтому все и хорошо. Потому что. Ну я не спорю. Я ж не спорю. Я к тому, что типа. Это не значит, что можно смело приближаться. Ты просто не доехал еще. Часть прилетела, а остальная часть прилетела. О, спецназик ко мне идет. А у меня здесь. О, чудо! Пулеметы. О, Зора, я Лежанов подловил. Один отряд забрал. Летит, а, нормально. Подъем, конечно. И чтобы те два четвертых не забрали вместе с Маддерами. Сейчас Зефу. Она думала. Арта справа. Даже СЗО, в смысле, которая арта. Так, он там БМ-24. Тем мортиры бывают. Да, БМ-ки будет бомбить. 25, вот этого я боюсь. 25к справа. Попробую Дзефой на БМ-ке летать. Как думаешь, зайдет? Ох, нихера не зашло. Сейчас закажу Лары. Не справишься, да? Да что ж ты не туда стреляешь-то? Мне кажется, опять ко мне летит кротак. Да, пожалуйста. Смотрите, ни хера себе, мне что-то танк не забрали. Ну, у меня тоже. Так что все путем. Ни хера не путем. Но мои-то танки мне важнее, чем твои. Сам же понимаешь. Это же очевидно. Отправь фальшигири назад, не надо, не сливай их. Два отряда, сколько жил пока. Ну начали давно стрелять. БМ. А, так у нас не готик даже. Парни, альфу вижу с айфаном. Угу. А, Зора, ты можешь вот этот Дмитрий 5 как-то подрезать? Ну, у тебя кротальки где-то были? Вон справа. Вот они едут. Поставь ЦВшку что ли на центр, просто чтобы им очки отрезать. А ты нам что? А я им очки отрежу. Как бы это страшно звучало. О, хорош, сбил что ли? Ну да, на одну все-таки выбил. Идор. Игра!
О, вот. Я думал, ее убрал. Три два пламени и 4 БМки. Угу. Кто у нас там за американцы? 27М над центром витает с радаром. Я могу попробовать бурнасиком сделать такой залет. Ой, М1А1. Нас... А, во, ура. Сейчас вот сюда буду работать. Вам опять куча говнопехоты направо идет. Не заморачиваться, просто решили задефать этот город и все. Блядь. Правда, свой вертец. Зитки нахуй. Убили мне разведку на их базе. Бойсерап, кажется, эти подставы сделал. В смысле? Че ты сделал, Калис? Тебя шаед вывелся. Я на него рассчитывал. Ну, один остался. Здесь, короче, полно всякого говна за 15. Я часть убил, но большую часть не пробили эти тела. Какой хороший ПО. Толстый, вкусный. Теперь на горку пошли, сэхи. А у них там с самолетами как? Я что-то не особо следил. Ну, с 130-ку. То есть истребителей нет, в общем-то. Ну, с 130-ку. Ну, они главное, чтобы бомбер не перебили. А с центра кто минометом стреляет? Блять! То есть командовать не получится, да?
Чё? Here because you are a Jew? Что? Ты какой-то плохой еврей. Накопит 100-500 минометов. Потом удивляются, почему мы не любим играть огнемет. А вот и огнемет. Прям под руку. Я у Курнасика в центре этого. А чё, ЦВшку не убили под эхи? Да она там это. Ну, там стоит, она там живет. Корне. Вот, а там вспоминаем. Там, если сейчас им выбьют, ну слава богу. Я буду долго смеяться. Пробую по двум отрядам. Получится, получится. Да, я забрал три отряда. Какой-то мышка тупит. А может быть я туплю? Не успеваешь за мышкой? Да. Что это было? Чем мне вынесли? Цели. Посмотрите, отработаем. Сераф, если вы еще раз вот засветишь вот здесь, я еще одну ракету сброшу. Да я еще с танком туда подъеду. Там М84 был, я одного убил. Ой, одного ранил. Ага, сейчас, сейчас, сейчас. Минус один. Они оба в говно. Минус второй, да? Нет, нет, не забрал. Уже поздно свет работает. Минус второй. Блять, этот мудила задолбал со своими минометами. Он же ракетмен. Попробуй Курнасом пить сюда спять. Живи, сбил. Ладно, живи еще, сука. О, БМ-ку сбил Курнас, нихера. Вот это да. 300 очей. Жескач. Живи, 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 дружище, живи. Ах, не, его не забрал. Кажется, кого-то кикнуло. Ты его кикнул, что? Ну, во-первых, антисемитизм, а во-вторых, он мудак.
И, кстати, у него из войск-то, в общем-то, только минометы и были, и чуть-чуть пехоты. А, да, он только на арте играл. И на базе 4 ланса. Атаман переименовался. Ну... Ну, атаман хотя бы не антисемит. Ну, это... ты так думаешь? Может, втихаря, нет, нет, антисемитирует, пока никто не видит. Атаман казак, это все сказано. Ну да. Мамкин? Мамкин, да. Т-72, если светите, убью. Фиг. Я, наверное, пехоту куда-нибудь посажу. Не нужно. Вот сюда. Или сюда вот. Блин, так небо. Сука, включил. Вы издеваетесь? Я только улетел оттуда, и вы сразу засветили все. Так там сопер сбит за фиг. Есть. Готово, Нева. Подвесил курна слева, поза свет работаю. Здорово, там как, нормально? Лучше всех, да? Там заказал кто-то пехоту, но он должен быть. Что там цели для Курнаса? Сука, так не работает, блин. Где ракета в одну цель? У тебя вот тут какая-то цель, которая с расстреливает все, что едет. И там тоже, да, и здесь. Но это не у меня, это у них. Цель я, у них, я а... знаю, что там цель, и поэтому я туда не езжу. Я думал, ты там играешь, ну да. Ну, я там играю, но расстреливают не меня. Круто. Да, такое. Там другой чувак ездит и его расстреливает. А я туда только подбегаю. Сука, что это было? Пофиг, опять расхерачили, блять, твое снабжение вместе с моей пехотой рядом. Где да я? Что ж у тебя за проклятое снабжение, его постоянно убивают вот здесь. Нет, у меня 20 пехотинцев слетело просто взрывной волной, нет, как мне фиг делать. Мое снабжение целое? А, ну как? Не знаю, чье ты ехал, 4 снабжения, его взорвали, и у меня угробился пехот. Нет, это не мое. Ой. Столько в эти номерики спокойно походу. Тем
более ВДВшников, походу. И тут в домике было до хрена пехоты. Зачем? Стреляют. А вот эту вот херню, пожалуйста, остановите, будьте так добры. Самое интересное, что этот чувак играл по ходу танковой декой. Ну или всяк, ну, CV-шку у него танковая. Вообще странный. Интересно, какой у него... Ну, не буду это подчеркивать. 74%? Да. Ты чем там воевал? Всем.